В республике 11 декабря стартовал 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills. Чемпионат является важным событием в области повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в производственные секторы экономики. Главная цель – выявление лучших представителей рабочих профессий. Основное место проведения конкурса – в Уфе. Однако многие компетенции чемпионата вынесены на площадки городов и районов республики. Одна из таких площадок расположена в Кумертау. Здесь, на базе филиала ОГУ, проходят соревнования в компетенции ремонт и обслуживания автомобилей среди юниоров. Школьников начинают готовить к чемпионату за несколько месяцев. Мы решили заняться подготовкой школьников. Я считаю, это очень правильная работа. Профориентационная. В марте этого года начали проводить обучение в рамках данной компетенции. И в мае уже 2019 года провели внутренний этап, в результате которого 5 ребят получили возможность поучаствовать уже в отборочных соревнованиях для получения квоты на участие в республиканском чемпионате. Задания разделены на несколько модулей: электронные системы автомобиля, системы управления двигателем, а также ремонт механических узлов. Время на выполнение задания ограничено. В течение нескольких соревновательных дней участники пройдут через все модули. Главный эксперт отметил, что задания очень сложные, и не каждый профессионал сможет справиться с ними. В соответствии со стандартами World Skills абсолютно все задания на все компетенции, в том числе и на наши, составляются таким образом, чтобы их не смог выполнить даже профессионал. Это делается для того, чтобы ребята, эксперты, понимали, какой нужен уровень подготовки, чтобы добраться до мирового чемпионата. Несмотря на сложность компетенции, ребята справляются успешно. Даниил Баландин выполнил свой модуль раньше отведенного срока. Теперь он будет готовиться к остальным заданиям. А как настроение вообще, как настрой? Настроение нормальное, настрой хороший, отлично справился с работой. А какой модуль у тебя сегодня был? Сегодня был у меня модуль коробка передач. Я исправлял ошибки, которые были, дефекты. Там не хватает гаек и шайб. Мы говорили, учитель, он записывал. Получается, ты разбирал целиком узел, потом обратно собирал? Да. Подведение итогов и награждение победителей состоится в Уфе 16 декабря. Лучшие из лучших в своих компетенциях отправятся на отборочный этап чемпионата России по World Skills.